Добрый день, ребята, с вами я, София, и сегодня мы будем играть Animal Crossing New Horizons. Ну, сегодня, ребята, как-то выйдет обновление, ребята. Уверен, что, ребята, будет какое-то обновление будет. Я не знаю, когда выйдет обновление, но уверен, что в музее будет какой-то, будет кафе или будет какая-то еще мини-игра, ребята. Сейчас мы это посмотрим, ребята. Точно, пока игра загрузится. Как-то очень долго грузится. Вот, смотрите, это всего не 8. А, вот это я. Ой, ребята, простите. Мне кажется, я как-то неправильно оделась. Подождите, ребята, сейчас я оденусь. Ай. Ребята, что-то у меня с камерой, я как-то не могу ставить камеру. Я сейчас, подождите, ребята. Ребята, вот я здесь. Ой, извините, ребята, сейчас. Вот так. Ребята, вот я здесь. Я здесь в игре. Уверен, что там будет какое-то обновление выйдет, ребята. Я не знаю, когда выйдет обновление, вот. О, вот. Так, София. Как рада тебя видеть, тебя, Пикс. Ты очень мгновенный. Это свежий морской ветерок. Так приятный, правда, он уносит с собой все заботы. Вот, ребята, это мой первый обзор, который я показывал Animal Crossing. Ладно, ребята, сейчас мы посмотрим, что там будет. Вот, ребята, в этом музее, там будет какое-то обновление, ребята. Вот. Вы сейчас все узнаете, ребята. Если вы хотите узнать, вот. Вот это сам музей. И, ребята, долгожданное будет обновление. Уху. Ребята. Я смотрел новости в Твиттере. Я пока покажу как-то чуть позже, ребята. Вот. Вот этот сам этот. Близерс. Я пока потом с ним пожертвовать буду. Уверен, ребята, что это будет вот такое место будет. И там будет. Там будет обновление. Уху! Ура! Обновление выйдет. Ура! Ура! Обновление. Ребята, я сейчас вам покажу, как будет выглядеть тогда выхода от свитера. Ну, уверен, что, ребята, будет все нормально, ребята. Вы уверены, что вы, зверушки, радуетесь, ребята. Ну что, зверушки, вы радуетесь? Я тоже рада. Ура! Обновление! Вот смотрите, как я выгляжусь. Это красиво выгляжусь, ребята. У меня вот такая наряд какой-то. Вот смотрите на меня. Я не знаю, я уверен, что да, обновление скоро выйдет. Хуи. Я не знаю. Мне очень интересно, когда выйдет обновление. Это очень интересно. Ребята. Или зверушки. Вот, я сейчас вам покажу новости. Посидите, пожалуйста, поудобнее, зверушки. И сейчас вам покажу, как будет выглядеться там. И подскажу подробнее. Сейчас подробнее скажу. Сейчас поставлю на... Я сейчас сделаю монтаж. Вот, ребята, там будет вот здесь обновление. Там будет как-то кафе будет, ребята. Уверена, что это будет кафе. Ребята, вы не забудьте подписаться на мой канал. На красную кнопочку, вот. Уверена, что это там будет какое-то обновление, вот. Там будет какое-то кафе, ребята. А что там в следующем будет, я не знаю, ребята. Сейчас вам покажу еще одну картинку. Ну, ребята, я не знаю, но я не могу. Вот. Я же не понимаю английский язык, ребята. Там будет какое-то обновление. Он будет в октябре. А еще новое, он будет появиться еще в ноябре. Ребята. В октябре будет Хэллоуин. Ну что, мы подождем октябрь. Вот.
Думаю, что это будет уже скоро, ребята. Ребята, там будет какое-то кафе. Я не знаю, как будет выглядеть за кафе, я не знаю, ребята. Поставьте мне лайк прямо сейчас, чтобы не забыть посмотреть видосик новый. Ребята, он будет вот такое... Будет, там два кафе будет. Я уверен, что это будет два кафе, или какой там будет еще мини-игра, но... Ребята, поддержите меня лайком, чтобы я сделал какое-то еще следующее видео. Вот. Чтобы не забыть подписаться на мой канал. Давайте, подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не забыть подписаться. Ребята, там будет два кафе, вот. Ну, что-то будет два кафе, там будут слонята какие-то. Ну, наверное, что это будет уже скоро, ребята. Еще появится эта подружка у Близерца. У Близерца есть ему подружка. Или у сестра, или дочка. Я не знаю. Может, это его сестричка или дочка. Ну, поддержите мне лайка, вот. Вот. Близерцу будет ему подружка. Близерцу очень любит его дочку. Я как-то встретил ему в марте. Ну, я сейчас покажу еще следующую фотку. Ребята, это будет вот такое кафе. Кафе будет вот такой. Вот смотрите, как будет выглядеть за кафе. Вот такое. Можно еще купить какое-то блюдо. Очень прикольно, ребята. Ребята, это просто очень прикольно. Это очень хорошая новость, ребята. Вот такое будет кафе, ребята. Я не теперь всего посмотреть, как он будет выглядеться в реальности, в игре. И еще разработчики добавят вот такое. Еще одну дверцу. Или какой-то еще какой-то. Или что-то будет какой-то. Будет ему дочка будет там здесь. У Близерца. И вот, ребята, как будет выглядеть Амибо. Вот такие фигурочки для Амибо. Nintendo. Уверен, что Animal Crossing Амибо карточки. Уверен, что это будет еще пятый выпуск, ребята. Уверен, что это будет уже скоро, ребята. Он будет как-то обновление появится в Animal Crossing в октябре. Уверен, что это будет уже скоро, ребята. Я не теперь всего посмотреть поскорее. Ребята, уверен, что это будут какие-то новые карточки, ребята. Я не теперь всего увидеть, ребята. Вот как будут выглядеть за это карточки. Уверен, что это будет новый герой в Амибо. Уверен, что это Амибо будет уже скоро. Новый герой вот будет. Можно еще пригласить жителя. Это очень круто было. Вот, ребята, будет вот такой герой. Зовут его Реймонд. Вот такой новый герой будет. Он будет в Animal Crossing. Я не знаю. Может, это реально будет обновление. Может, он может приехать. У меня пока еще нет еще одного домика, но уже, ребята. Понимаю, что карточки будет уже скоро будет. Новая карточка. Уверен, что это будет уже скоро, ребята. Он появится в октябре. Обновление. Я не тебе с этого увидеть, ребята. Ребята, и еще в обновлении будет вот такое... дочка Близерца. Это ему дочь. Близерца. Он же папа есть ему. И вот такая дочка, вот. Ребята, может, поставьте мне немного лайков. Или много лайков, ребята. Обновление, уверен, что он появится уже скоро, ребята. Давайте, жмите лайк прямо сейчас, что я снял какое-то следующее видео с обновлением Animal Crossing. Вы все узнаете, как будет выглядеться там в игре, в реальности. Он появится как-то в октябре. Я смотрел новости там, как будет выглядеться до выхода игры. Ребята, уверена, что это обновление будет реальное в Animal Crossing. Обновление будет очень реальное, ребята. Вы все узнаете, ребята, как будет выглядеть там обновление. Уху. Он скоро там выйдет обновление. Там будет два места будет. Мне очень понравится, что там скоро будет выйдет обновление. Ой, я радуюсь уже. Ага. Я уже радуюсь, ребята.
Или будет так. Вот. Я теперь просто увидите, ребята. Ребята, вы скоро все узнаете. Обновление упадется как-то в октябре. Вот, я сейчас вам покажу в новости Twitter. Я сейчас покажу прямо сейчас. Я сейчас вам покажу, как будет выглядеть за там в Твиттере. Вот, смотрите, вот. Я уверена, что это обновление будет очень в реальной. И вы все узнаете, ребята, когда будет выйти обновление. Вы уже все узнаете. Я сейчас вам покажу в Твиттере. Вы все узнаете, ребята, как будет выйти обновление, ребята. Я сейчас вам покажу Твиттер. Я сейчас покажу прямо сейчас. Вот, ребята, сейчас буду показать прямо сейчас. Вот, ребята, в Твиттере там будет вот такое. Будет 5-й выпуск карт Анибо. Новая карточка будет. Уверена, что это будет уже скоро, ребята. Вы уже увидите скоро, ребята. Вы все узнаете, написано скоро. Вот, ребята. Он появится как-то в эфире. Эфир будет. Там буду показываться в трансляции, как будет выйти, как туда будет выйти дата выхода игры. Уверена, что это будет уже скоро, ребята. Вы уже в шоке, ребята? Вы просто уже в шоке. Там выйдет обновление, вот. Он будет в трансляции. Уверена, ребята, что выйдет интересное обновление, ребята. У вас уже интересно, ребята? Интересно, там будет выйти обновление. Из этого Плюзюрца будет ему приехать, ему... Плюзюрца, он же папа. Ой, что это? Ой, что, Плюзюрца, он будет в шоке. И дочка приедет. Вот, смотрите, видите, Плюзюрца, он уже в шоке. Смотрите, смотрите на нее волос. Вот, смотрите. Он уже в шоке. Вот смотрите, Плюзюрца, он уже в шоке. Его дочка приедет. Плюзюрца, он же папа. Плюзюрца же папа. Уже отец. Его же есть дочь. Мне просто как-то очень интересно, может он выйдет как-то в октябре или нет, ребята? Как вы считаете, ребята? Будет какое-то обновление или нет? И вы все узнаете, когда будет выйти обновление. Плюс он будет уже в шоке. Вот посмотрите, не могу сейчас будет покраснеться, ребята. О, смотрите, он уже покраснел. Вот, смотрите, не могу сейчас. Не-не-не-не-не-не. Вот, смотрите. О, смотрите, он уже покраснел. Вот, смотрите. Видите, Плюзюрца, он уже покраснел. Что приедет дочка. Я очень удивлен. Уверена, что, ребята, я буду вам попрощаться. Обновление как-то я покажу завтра. Я не знаю, когда будет обновление, я вам покажу как-то завтра. Пока еще нету обновлений. Обновлениях. Я уже горжусь, ребята. Надеюсь, что я буду уже заканчивать. Уверена, что это уже все, ребята. На сегодня все, ребята. Поставьте мне лайк прямо сейчас. И не забудь подписаться на канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить комментарий. Ох, ребята, у меня опять включают комментарии. Но ничего страшного, ребята. Уверена, что это обновление выйдет уже скоро, ребята. Вы все узнаете, ребята, когда выйдет обновление, ребята. Я уже горжусь, ребята. Обновление выйдет уже скоро, ребята. Уверена, что я буду уже закончить, ребята. Спасибо за просмотр, ребята. Вот. Я вам обновление покажу завтра. Всем пока-пока, ребята.